Всем привет! Я Паша Бернштейн, экскурсовод по Израилю. И сегодня я вам хочу рассказать про очень необычное здание. Называется оно Бейт ха-Геффен, и вы уже можете видеть, что непривычно и необычно увидеть на одном здании крест, Маген Давид и полумесяц. Но обо всем по порядку. Здесь в 60-е годы возник молодежный клуб. Он был также и спортивным клубом, и культурным клубом, который был призван сплотить население разных религий и конфессий в городе. Хайфа, наверное, это самое разношерстное население, которое можно встретить в Израиле. Здесь есть и религиозные ортодоксальные евреи, и арабы-мусульмане, причем разные, и арабы-христиане, православные, католики, протестанты, целый район, в котором проживает мусульманская община Ахмеды, которая вообще интересное само по себе явление, и многие-многие другие. Но изначально, когда это здание было построено, оно в конце 19 века было очень красивым зданием того периода. Вскоре, в 1910 году, здесь был открыт отель. Назвали его Герцлия, в честь Теодора Бениамина Зеева Герцля, который был основателем политического сионизма. Владелец отеля, Давид Муше Алеви Эпштейн, решил, что здесь нужна гостиница. Когда она была построена, она практически сразу зарекомендовала себя как VIP-гостиница. Когда наступало утро, он вместе с сыновьями отправлялись в порт и на вокзал, чтобы встретить там потенциальных клиентов. В какой-то момент, когда здесь была эпидемия в Хайфе, те, кто были в этом отеле, благодаря замечательным санитарным условиям, никак не пострадали от этой эпидемии. В течение 29 лет здесь был отель. Только в 1939 году этот отель прекратил свое существование. С 1963 года здесь существует этот центр под названием Бейт ха-Геффен. Здесь работают профессионалы, которые разрабатывают образовательные программы для молодежи. И основатели этого культурного центра считают, что именно общение друг с другом, понимание культурных особенностей и традиций друг друга позволят избавиться от лишних предрассудков и навязанной, может быть, нелюбви друг к другу. Здесь проходят постоянные конференции и беседы, различные встречи между арабскими и еврейскими детьми. И, кстати, интересно, что этот центр находится ровно посередине между еврейским кварталом Адар и арабским кварталом Вади Ниснас. Здесь этот же центр участвует в ежегодном мероприятие, которое называется «Праздник праздников». Проходит он обычно в арабском квартале Вади Ниснас с огромным количеством мероприятий, мастер-классов, и Бейт ха-Геффен играет не последнюю в этом роль. Подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Мой Facebook, Instagram в описании. И, кстати, посмотрите предыдущие ролики, мне кажется, они вам понравятся. Пока!